Как это ни странно, большинство создателей сайтов, большинство дизайнеров, программистов, которые способны легко запутать вас сложными словами, теориями, новой версией Joomla, какой красивый у меня сегодня получился HTML-код. Люди, ориентированные на процесс, творческие люди, всегда забывают о том, что нужно как минимум добавить номер телефона на свой сайт. Или номер телефона, или кнопку «Заказать». Они забывают, собственно, принимать деньги. И те, кто работает на вас, те исполнители, которые делают вам сайт, обязательно забудут написать код города, чтобы люди знали, в каком городе вы находитесь и как позвонить. Но более того, что самое важное, они забудут поставить кнопку «Заказать». У вас будет отличный сайт, он будет хорошо информировать клиента, но, увы, продаж и тем более таких объемов продаж, которые могли бы быть, у вас не будет. По простой причине. Когда у клиента возникнет желание у вас купить, моментально он это сделать не сможет. Чтобы набрать трубку и позвонить, ему нужно собраться духом, ему нужно очень много энергии затратить, волевых усилий. Если же есть кнопка «Заказать» и есть куда вбить кредитку или просто отправить смс-ку или как-то отдать вам свои деньги, это гораздо проще для большинства клиентов, особенно для аудитории, которая моложе 30. Или просто даже оформить заказ. Аудитория после 30 легко идет на почту и наложенным платежом забирает ваш товар. Но для этого вам нужно сделать кнопку «Заказать» на своем сайте. Сегодня задание для вас. Сделайте на своем сайте кнопку «Заказать». Зарегистрируйтесь в системе WebMoney или в Яндекс.Деньгах. В Яндекс.Деньги зарегистрироваться очень просто. В WebMoney сложнее, но это открывает вам гораздо больше возможностей. Поэтому зарегистрируйтесь либо в Яндекс.Деньгах, либо в WebMoney, либо и там, и там. Если у вас есть два способа приема платежей, тем лучше. На сегодня это все. Выполняйте это предварительное задание. А подробнее о том, что мы будем продавать и как, мы поговорим уже в самом тренинге «Ваш продающий сайт за 7 дней». Удачи!